Здравствуйте, меня зовут Ева, а это мой брат Данил. Ребенка 2 с натянутой улыбкой. Сейчас на сцене будут выступать и право не имеют на ошибку, ведь КВН их притащила мать. Заранее извиняемся, ведь сейчас на сцену выйдут наша мать и крестная тетя Ксюша. Жаль, родители не выбирают. Жень, ты чё, жижку от салата прям на сцене допиваешь? Да просто я хочу получить от этой игры прям максимум удовольствия. Привет, Первая лига! Кстати, Первой лиге в этом году 30 лет. Моя ровесница. Ну а Перми в этом году 300 лет. Мам, чё молчишь? Мам, мы-то вам зачем? Благодаря вам у нас в команде есть фишка. Какая? Что у нас все в колготках? Да, придется попотеть. Да мать вас обула, одела, накормила. Ладно, что, по денежке мы должны. Да и вообще, ваш КВН старье, поэтому мы приготовили кое-что посовременней. Мы сегодня нормально прожарим человека, который не может нормально прожарить картошку. А недавно наша крестная тетя Ксюша чуть не утонула в проруби на крещении. Что это за крестная такая, что ее даже Бог не принимает? А мы дети, и нам нельзя материться, поэтому следующую шутку скажет ведущая. Что молчишь? За кулисами смелее было. Так все, нам это надоело. А знаете, как стоматолог называет зубы Данила? Омерзительная восьмерка. Ну, мама. Ладно, КВН так КВН. Ты же девочка, зачем поешь ты взрослые песенки? Ну, ты же... А уже почти год по телевизору показывают только российские мультики. И так где-то в психиатрической лечебнице. По полям, синий трактор едет к нам. Доктор, как она? Уже намного лучше, поет только куплет. Ладно, пойду я, а то меня отец ждет. А кто такие фиксики? Кто? Кто они такие? Ты же девочка, зачем поешь ты взрослые песенки? Ну а в Перми сейчас самое... Мама, мама, я за кулисами услышал плохое слово. Ну-ка скажи на ушко. А что это значит? Ну это женщина-собака. Женщина-собака, как же неудобно вступать в колготках. Ты же девочка, зачем поешь ты взрослые песенки? А по ребенку всегда видно, когда он учил стих с мамой. Послушаем, что расскажет Данил Цупрунов. Лукоморье, дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. Чё смотришь? Рассказывай дальше! И днем, и ночью кот ученый все ходит. Валера, чё ты там ходишь? Не дай бог, этой козе еще стих не понравится. Ты же девочка, зачем поешь ты взрослые песенки? Ну ты же девочка, давно не А скоро дачный сезон, и каждая мать обязана научить свою дочь выращивать рассаду на подоконнике. Я же молчала. Ну, я просто решила сразу на все твои вопросы ответить. Мам, ты уже на своих цветах совсем помешалась. Не пари чушь, Роза. Это что такое? Я же просила набрать отстойной воды. Ну, я и набрала. В каме. Ну и самое главное. Это чтобы лучше росло? Нет. Это чтобы все люди имели возможность
пошутить, что у нас бордель. Ты же девочка, зачем поешь ты взрослый лет песенки? Ну а в следующем номере... Женя, подожди! Я все решила, и я выйду замуж за пермика. Зачем тебе это? Ну, если они из 300-летней девчонки такую красавицу сделали, ты прикинь, что они из 30-летней сделают. И как у тебя это получится? Легко. Ой, а это что такое? То, чего хотят все пермики. Третий мост. И кого ты хочешь покорить? Ну вот, например, Игоря Знобихина. Ой, Ксюха, так в ДК Солдатова еще честь не отдавали. Кого ты хочешь удивить? В жюри Ирина Ивинских. Она к 300-летию похлеще крутится. Я тебя, конечно, Ксюш, расстрою, но Игорь Знобихин женат. Это... А второго шанса-то может и не быть. Дмитрий Колчин. Ну ты-то куда? Мам, в первой лиге так круто. Мне кажется, пришло время показать мои рисунки про поездку. Это я, Ева. Это я, Ева, и мама, и тетя Ксюша едем в поезде. А это мы играли в поезде в игру «Дорога смерти». А это в первый день тетя Ксюша убегала от дембелей, а потом тяпнула, исполнила, что ей 30, и уже дембеля убегали от тети Ксюши. А это наше выступление, когда я всех тащу на себе. О, а это мы счастливые держимся за ручки. Нет, это ты нас держишь за руки и не отпускаешь из КВН. Да хватит уже! Мы вообще-то с Ксюшей, ну, уже 14 лет идем к своей мечте в КВН. Получается, вы играете в КВН всю мою жизнь? Теперь вы мои кумиры. Эх, мужики, знали бы вы, как тяжело играть с бабами. Команда КВН-щёлки, спасибо! Это была команда КВН-чёлки, и команда не просто так осталась стоять на сцене, потому что прямо сейчас будет решаться ее дальнейшая судьба. Никаких оценок. 5 членов жюри просто скажут «да» или «нет». Если команда набирает 4 «да», то команда напрямую проходит в четвертьфинал. 3 «да» означает, что команда попадает в режим ожидания. Если команда набирает меньше, то мы, к сожалению, с командой прощаемся. И первым свое мнение по поводу команды КВН «Челки» выскажет Алексей Кривеня. Леша. Я не знаю. Это первая команда. У меня классное настроение. Очень классный парень, да? Ну я ж не могу против зала идти. Конечно, да. Спасибо. Мнение следующего члена жюри дорогого стоит, как и вся его одежда. Рубен Партивян, вам слово. Добрый вечер. Замечательная команда. Я знаю эту команду, видел на Сочинском фестивале, и прекрасно, и девочки, и молодой симпатичный парень, но я скажу нет.
Что ж, мы вас услышали. Давайте послушаем решение следующего члена жюри. Это депутат Государственной Думы Ирина Ивинских. Ирина. Всем здравствуйте. И, конечно, вы берете меня просто за живое. Это невозможно. Я всю жизнь из образования. Понимаете, эти дети, они потом вырастают и меня находят. Поэтому да! Спасибо. Чемпион высшей лиги актер Дмитрий Колчин в прошлом сезоне сказал, что первая лига – это КВН здорового человека. Дмитрий, а какой диагноз вы поставите сейчас этой команде? Приятное ощущение. Дело в том, что часть этой команды я знаю очень сильно давно, действительно. Еще с тех времен, когда я был редактором в Кемерово. Да, действительно прошло лет 15 с того момента. Я поздравляю, что ты дошла до сюда. Это очень здорово. Правда. Помимо всего прочего, хочу сказать, что приколы про родителей и детей мне лично очень близки, потому что в комнате психолога с песней «Синий трактор» я лично оказывался не единожды. И поэтому некий перевес в положительный ответ все-таки существует. Но есть «но». Поскольку дистанция чуть больше, поскольку это не традиционное приветствие, а большой достаточно фристайл, из которого надо выжимать по полной. Я не могу сказать, что это была вот та феерия, которая безоговорочно склоняет чашу весов на ту или иную сторону. Поэтому я понимаю, какое решение сейчас может быть принято. И тем не менее я говорю «да». Девочки и мальчики, три «да», это уже можно выдохнуть. Давайте послушаем, что скажет Игорь Ознобихин. Игорь, кстати, сегодня, в отличие от сериала «Реальные пацаны», вы можете прямо сейчас очень сильно повлиять на сюжет. Да, и как так получилось, я не понимаю. Всем привет еще раз, ребят, Классно, на самом деле, весна, у нас тут первая лига заново начинается, новая жизнь, все расцветает, кроме этой команды. Давайте, пожалуйста, нет, я сейчас серьезно буду говорить, без всякого смеха. Я понимаю, что впереди у нас очень длинная дистанция, да, и вполне возможно, команды будут лучше, чем та команда, которая выступила. Но поэтому вы скажете... Поэтому я говорю «да». Отлично! Команда КВН «Челки» проходит дальше. Команда КВН «Челки» благодарит Министерство туризма и молодежной политики Кузбасса, официальную лигу КВН «Кузбасс» за поддержку команды, а также региональную сеть обувных магазинов «Фокс» в лице Цупрунова Евгении Вадимовны.